Вот тут моя мастерская, так называемая. За пару лет гараж превратился в ангар для десятка деревянных самолетов. Все это миниатюры реальных моделей. Владимир Эльгерт создал свою первую работу еще 20 лет назад для защиты своей дачи. Просто чисто от кротов. В технике молодежи прочитал, что если пропеллер будет крутиться там, и они же слепые кроты, чтобы отгонять их, вот шум создает пропеллер. А потом в 2018 году просто появилось маленькое свободное время. Сделал первые самолетики. Ну, первый был сделан типа вот такого вот кукурузничка маленького. Со временем модели становились все сложнее. Учился стругать, красить, шлифовать Владимир самостоятельно. Всю жизнь наш герой отработал в структурах, ветеран ОВД. Но в юношестве мечтал стать летчиком. Так что любовь к самолетам объяснима. Увидел в Борисполе, в Киеве, стоял вот этот самолет. Все это впечатлило, то, что такая мощь. Длина его 84 метра. Размах крыльев 88,4 метра. Высота 18,2 метра. 18 – это четырехэтажный дом. Эту модель мужчина делал полгода в свободное время. А работы хватает. Все начинается с чертежа. Вот этот чертеж, вот он. Вот этого самолета. Допустим, тут стрижи, вот он тоже, вот этого самолета, вот. Это уже сейчас у меня на это, потому что это ж намного легче. Положил на деревяшку, обвел, а потом уже подпилил где-то. А первый самолет я вообще полностью от начала до конца делал только ножом, только резцом. Потом необходимо из дерева создать основу. Вот, допустим, топором, что уже полегче большой делать самолет. Так вот, а потом это... Все, конечно, шлифуется болгаркой. Да, это будущий маленький самолетик, поэтому его шлифуют уже шлифовать только руками. Все от начала до конца. Ну, берешь так, сидишь час-два, получается самолет гладенький. Также делаются крылья и лопасти. Финальный момент – покраска. Так происходит, допустим, покраска самолета большого вот краской. Масляная краска. Для пола, допустим, просто цвет подбираю какой. Сейчас в коллекции Владимира около 100 самолетов. Дарят их знакомым и друзьям. Особенно такие подделки любят дети. То нет у меня такого, что тысячу сделать. Я делаю, людям нравится. Вот, как говорится, они благодарны. Вот это для меня лучше. Не тысячу, не две, а именно что сделать, чтобы люди радовались. Вот на даче у меня у друзей стоит. Крутятся, вертятся, они довольны. Модельки не только для красоты. Они полезны, например, в загородных домах. Как флюгеры, допустим, на дом сделаны. Не только там отпугивать кротов, но и флюгер. Вот он крутится вокруг своей оси, показывает направление ветра, показывает силу ветра, с какой силой там пропеллер крутится. Также некоторые работы стоят в музее имени Мамаева при отделе полиции номер 4. И особенно нравятся детям истребители. Для Владимира это любимое хобби. Несмотря на все уговоры друзей делать из этого бизнес, отказывается. Считает, это перестанет приносить удовольствие. В полет отправились Артем Долгоршинных и Дмитрий Яковлев.